Всем привет! А сегодня мы поговорим о том, как приготовить яичницу вкусно и быстро. На самом деле в этом блюде нет ничего сложного, достаточно следовать нескольким правилам. Яичницу готовят, как правило, из куриных яиц, но можно жарить перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные яйца. К сожалению, вкусно приготовить яичницу из холодных яиц не получится. Поэтому перед приготовлением яичницы яйца выкладывают из холодильника и оставляют полежать при комнатной температуре. У яичницы на беконе множество поклонников, но эстеты недолюбливают такой способ жарить яйца. Белок получается грязным, по их мнению, из-за поджаристых кусочков жира. Яичница на оливковом масле обладает приятным, немного травянистым ароматом и чистым белком. Сливочное масло также подходит для яичницы, благодаря его приятному привкусу и нежному аромату. Размер сковороды зависит от того, сколько яиц одновременно вы хотите поджарить. А знаменитые повара считают, что идеальной может быть лишь яичница из одного яйца. Сковорода должна быть либо тяжелой, чугунной, либо со специальным антипригарным покрытием. Даже знаменитые повара не могут договориться о том, как правильно жарить яичницу. Лишь по одному поводу все повара абсолютно согласны. Яйца не следует разбивать прямо на сковороду. Возьмите плоскую тарелку и по одному разбивайте яйца на нее. А яичница на сливочном масле готовится следующим образом. Растопите масло на слабом огне и дайте яйцу соскользнуть на горячую поверхность. Накройте крышкой и готовьте около 1 минуты. Переложите на подогретую тарелку, приправьте перцем и солью. Для того, чтобы получить испанский вариант яичницы с поджаристым белком, вливаем в сковороду много оливкового масла, так, чтобы яйцо плавало в нем. Вливаем яйцо в практически кипящее масло. Жарим около 30 секунд и немного поливаем его сверху маслом. Солью и перцем яичницу приправляют сразу после готовности. Если вы хотите приготовить вкусную яичницу с твердым белком и немного жидким желтком, выливайте яйца на раскаленную сковороду, слегка смазанную маслом. Жарьте около 30 секунд, а затем выключайте нагрев и ждите минуту. Выкладывайте готовую яичницу на подогретую тарелку. Я приготовила эту яичницу из перепелиных яиц. Они не только вкусные, но и очень полезные. Приятного всем аппетита и будьте мне здоровы! Пока-пока!